Всем здорово, народ! С вами Эдгар. Вы на канале Мысли от Эдгара. Сегодня хочу небольшой обзорчик сделать на отель Белконте. Это Белек, Турция. И расскажу вам плюсы и минусы данного заведения. Есть несколько мест для тусовок для взрослых. Вот тут дискотека проводится, потом второе место и еще третье место. В общем, три дискотеки. Вот там проводится мероприятие. Могу даже показать вам. На территории есть два варианта. Это вот большой отель, основное здание, где рестораны, номера, ну все как стандартно должно быть. И еще второй вариант — это бунгало. Бунгало находится на этой же территории, рядышком. Все очень друг от друга близко. Двухэтажные вот такие вот здания. Проживает, ну, несколько комнат, получается, в бунгало. Все очень красиво, живописно. Очень много зелени, все чисто, аккуратненько. Тут же между бунгало и основным отелем находится мини-клуб детский. Здесь детские всякие развлечения. С ними играют, за ними смотрят. Мороженое, еда, вода, всякие разные игры, мероприятия. Называется Fiesta Bar. Сейчас тут никого нету, конечно. Вечером здесь шум и гам. Тусовочка, в общем, кому это интересно, там открывается сцена, поют. Единственное здесь, что не очень хорошо, то, что видите, вот здание, нам в первый день дали номер вот в верхнем, самый верхний номер там семейный, и он выходит прямо вот на этот шум и гам. Здесь до 2-3 ночи тусовочка, все орут. Двери закрываешь, конечно, ну, чуть приглушенный такой звук, но все равно слышно. Мы сменили номера в другой части отеля. Там уже нету никакого шума, спокойно открываешь двери и можешь отдыхать. Там вот ресторанчики открытого типа, можете прийти, всякие напитки, выпивка, посидеть. На территории растут очень много разных деревьев фруктовых. Вот это, если я не ошибаюсь, апельсин, может, мандарин, точно не знаю. Есть оливки, есть лимоны, апельсины, еще чего-то, виноград, в общем, много чего растет. Но это, конечно, никому не надо, просто чисто красиво. Все, приятно это все дело видеть. Тут как есть ресторан внутри основной, также есть при входе вот полуоткрытый, есть полностью открытый ресторан. Очень удобно. Здесь можно выйти вот так на свежем воздухе, посидеть, пообедать, поужинать. Смотрите, здесь вот, например, это апельсины по ходу дела. Какие большие апельсины растут, целое дерево, красота. А вот это, я не знаю, что, лимоны, наверное, или лайм. Есть детские горки, их несколько. Два основных бассейна. Сейчас вот примерно вам покажу.
Вот там, получается, дети забираются, катаются. Тут один бассейнчик, как раз-таки больше ориентирован для детей. И с другой стороны большой бассейн уже для взрослых, там всякие проводятся мероприятия, игры для взрослых, там соревнования всякие. Вот тут можете посмотреть продолжение ресторана на улице. Вечером вообще классно. Фонарики всякие включаются, вы можете посидеть здесь на свежем воздухе, покушать. Здесь готовят всякие шашлычки, кебаб. Днем это все дело закрыто. Это вход в ресторан идет. А вот там бассейн. Там он подальше находится сцена. Каждый вечер там проводят разные мероприятия. Тут также дальше продолжение ресторана. Здесь офигенный люля-кебаб делали вчера. На территории много всякой живности. Черепахи даже есть. Есть теннисный корт, большой теннис. Детские всякие игровые зоны. Ну, всякие там автоматы и все такое. Вот это вторая часть отеля. Тут уже потише будет. Мне здесь больше нравится. Вот с этой стороны уже тишина. Здесь только парк. Вон там наш номер. Выходишь на номер, и только вот эти вот цикады шумят, и все. Больше никого здесь нет. В отличие от той стороны. С той стороны шум, гам, бассейны, мини-клуб, дети орут. А с этой стороны вот тишина, птички, вон там черепахи лазят всякие. И, как я говорил, теннисный корт. Тут огромное футбольное поле, полноценное поле, можно выходить. Утром играют в футбол, присоединяться. Также можете зайти, взять, ну, теннисные принадлежности, все, что вам нужно, и поиграть в теннис. Ну, не, конечно, не в жару. С утречка или вечером. Вот так вот выглядят номера во второй части отеля. Вот так вот напрямую можно выйти на море. Можно здесь пройтись. Как вы сами видите, очень много зелени, очень. Мне это нравится, хороший воздух, приятно прогуляться. Есть отели, где вообще там три дерева, блин, ходишь, одни камни, не очень. Здесь вот для детей, например, есть даже гольф. Вот такие вот детские гольф-площадки, у меня сын играл. Очень доволен. Вот здесь можете зайти, взять все, что нужно для тенниса и пойти сыграть. Вечером здесь для детей есть вот такое вот заведение. Это игровые автоматы. Тут же есть большой туалет. Всегда там чисто, кстати, это очень важно. А то придешь, ходишь, блин, туалет найти невозможно. А здесь здоровенный туалет, все чисто, никаких очередей.
посмотрите, сделали он лошадь из дерева. Ну и не дерево, а вот вьющиеся растения. Таких вот статуэток очень много. Тут второй ресторан на улице. Ресторан, который находится рядышком с пляжем. Вот такой вот пляж. На пляже здесь песочек. Очень классно. Спокойно, нормальный пляж, пляж с песком. Сейчас я вот отсюда покажу. Самый кайфовый момент в течение дня в Турции — это прийти в баре, взять кофеечек, турецкий чай, какие-нибудь сладости. Не забыть жену. Вот все сладости в обеде. Это вот ресторан, который начинает работать с 12:30 до 16:00. В общем, обед проходит здесь. Сейчас подготовочка идет. Вон шаурма там готовится. И вы, когда искупались, можете уже сюда прийти пообедать. Это очень удобно, потому что ты тут купаешься, ходишь там в плавках, в труселях. Не хочешь переодеваться, просто пришел здесь, сел, пообедал. Такие вот тренажеры есть, уличные, тоже очень удобная тема для спортсменов. Можете прийти позаниматься спортом. Кстати, внутри заведения основного есть фитнес-клуб. Полноценный нормальный фитнес-клуб. Есть сауна, хамам. Ну, в общем, все, что нужно там для всяких спа-центр, короче говоря. Но если вы не хотите внутри помещения, пожалуйста, вот здесь можете тоже. Тут находится клуб. Вечером здесь вырубают музон, там бесплатно на халяву можно выпить. Напитки нормальные, не только какая-нибудь там одна водка. Есть нормальный Бейлис, мартини, ряд всяких там коньячных изделий. Я сам не бухаю, так что не знаю, я пробовал только Бейлис. Но чисто по Бейлису могу сказать, что реально Бейлис. Не какая-то там подстава непонятно, с понтом дело Бейлис. Реально Бейлис. Вот, все остальные напитки я не пробовал. Но судя по тому, что Бейлис есть Бейлис, думаю, что все остальное тоже нормально. На территории вот очень много пальм. По дискотеке здесь прям полноценный звук. Все нормально. Нормальная такая тусовочка. Всякие пенные вечеринки проводятся. Тут вот шоу-программы для детей, мини-диско вечером для взрослых. Вчера такое просто, блин, шикарное шоу было. С неоновым светом и все такое. Сейчас я вам покажу сцену. Здесь еще один бар, где вы можете чай, кофе, напитки всякие. Вот здесь каждый вечер проводятся разные офигенные мероприятия.
стульчики выставляют вот так. Народ здесь усаживается, берет напитки. И дискотека века. Это бар. Сейчас покажу, что тут есть в баре. Бар, чай, кофе, всякие разные напитки. Все, что нужно, здесь есть. Все свободно. Можно спокойно посидеть. Переходите к нам. Вот человек отвечает за спа, за вашу кожу, омоложение. Здесь в заведении есть спа-центр, про который я говорил. Вот пару вопросиков. Какие есть услуги, что вы делаете? Вот. Что интересного в спа-центре? У нас спа-центр с хамамом начинаем. Да, это тайский массаж. У нас тайки из Таиланда. И хамамы делаем кофе-пилинг с морской солью, который пена-массаж и другие. И обертвенные. Тайский массаж, балийский массаж с горячими камнями, медицинские и лечебные массажи, которые мы называем. Вы можете как обратитесь, и чтобы как диагностика идет клиент нам. Попробовать, и массаж, да, пробный массаж или что-то. И они посмотрят, как диагностика поставит, и поэтому... Ну, мы когда заезжали, нам дали, да, на 15 минут сначала. Да, пробный. Да, пробный. Вы можете посещать так, и... Дальше вы сами знаете, и массажист скажет, предлагает, какой что надо. И поэтому будет идти продолжение. Каждый день работаете, да? Каждый день из 8 до 8 мы работаем. Все, отлично. Если что, вот обращайтесь. Ждем. Спа-центр, да, в основном здание находится. Все. Меня зовут Халиль, Халява, Халва, как скажете. Все. Всего доброго. Они вас уже запомнят. Да, хорошо. Тут находятся вот детские горки. С другой стороны вам показываю территорию. Ну и тут вход, так сказать, со двора. О, здесь вообще прохладненько, хорошо. Тут несколько входов и выходов. Есть лифты. Работает на Уралифт. Все отлично. Тут можно спуститься, получается, в ресторан, в лобби. Лобби — это где ресепшн, всякие документы, тоже чай, кофе попить. 4 этажа. У меня 3 этаж. Мы сняли 2 комнаты, 3-4 этаж. Я почти загорел. Такая вот карточка. Ее сюда
Устанавливаете. Все. Сейчас я вам тут покажу, что тут есть. Это стандартный номер. Есть сейф. Тапочки. Такой вот шкаф с подсветкой. Всякие шмотки можно повесить. Ванна. Здесь идет как что-то ванна-душевая кабина совмещенная. Вода льется нормально, горячая вода отлично, там есть шампунь. Но такой стиль, конечно, мне не очень нравится. Мне просто больше по душе, когда отдельно это все дело. Но в принципе все отлично, ничего не протекает, все нормально. Воду нажимаешь, льется. Скажешь, зачем ты про это говоришь? Да блин, это же, блин, стандартные вещи, которые должны быть. Просто в некоторых отелях это обламывает. Жмешь, вода нифига не идет. Открываешь, там ждешь полчаса, пока горячая вода будет. А здесь все нормально, как бы вода есть, это есть. Всякие там, что там, шампуни, вся эта тема тоже есть. Все меняет вовремя. Это для девушек очень важно. Есть здесь холодильник. В холодильнике что тут? Воду всегда приносит, только газированная вода, обычная вода. Все это дело включено, конечно же. По номеру. Здесь в этом номере идет две вот такие кровати совмещенные, одна отдельная. Есть кондиционер, работает отлично. Вот такого типажа кондишена. Ну, они мне, конечно, не очень нравятся. С одной стороны, как бы дуют хорошо, мощно, но с другой стороны, шум создают. Вот на ночь я это все дело убавляю. Хотелось бы побольше, конечно, но из-за того, что очень шумно, ночью просыпаешься, вот обламывают. Вот то чувство, когда ты сидишь, и у тебя, например, компьютер там старый, он жужжит, трещит. Ты поработал долгое время, вроде как привык к нему. Потом его выключаешь, и такая тишина, и так хорошо сразу встает. Та же история с этим кондиционером. Подсветки есть, что очень приятно. Здесь есть рядышком розетка. Потому что подключаешь розеточку, лежишь там в телефоне, все удобно. Есть телевизор. Телек показывает много каналов, не шипит, не трещит. Есть музыкальный канал. Также есть розетка. Еще есть USB выходы. 5 вольт 1 ампер. Вот, можете подключать там, если вам что-то нужно. Так, ну что тут, всякие шкафчики. И балкон вот такой. Выходите, на балконе здесь зелень, труселя всякие висят. На балконе мы не сидим, потому что здесь нечего делать. Вот такой вот видок со второго корпуса. Теннисный корт, бассейн, вот там ресторан, там второй бассейн детский. Вот с этой стороны можете посмотреть продолжение отеля. Вот там второй корпус, и посерединке идет ресторан. Ну, несколько этажей там рестораны. Зелени, как вы видите, очень много. Она повсюду. Она даже заползает домой. Вот. И это есть хорошо. Сегодня обилие сыров. Смотрите, сколько. Пошли, Милан, дальше. Я вон себе взял. И столько здесь тортов.
Сейчас покажу ресторанчик, только молчаная. Вот это вот именно пора. Тут уже ужин заканчивается, все это было полное. Тут вот сладости. Короче, дальше не пойду, там Д3 ничего. Перец, куриный рулет, баклажаны и там еще детей отсюда, тут все дешевше. Торт еще такой. Смотрите, сколько кебаба. Это просто, блин, офигеть. Молодцы, парни. Столько кебаба я в жизни не видел. Круто! Из номера два выхода. Здесь лежаки, стульчик и со столиком. А это вид с балкона. Тут много ресторанов. Это один из них, который находится внизу. И вечером можно здесь посмотреть, как народ тусуется. Там идут бунгало. Вот такие домики. Тоже можно их взять, если есть желание. Теннисные корты всякие. Детский отдых. Два огромных бассейна. И туда еще вот это здание уходит далеко. В общем, огромная территория, несколько баров, ресторанов, песочек идешь. Красота. Сейчас
8 утра. Из номера прям тут дискотека. Открываешь. Здесь такой, короче, балкон с лежаками. Сейчас покажу. Внизу дискотека, можно сверху плеваться на людей, если надо. Там вон бассейн, там бассейн, там везде море. Вообще, то есть, ништяк. Утром покажу тебе при белом свете.